Ради победы я готов на все. Я, конечно, боюсь проиграть, но так зачем бояться, если ты боишься, все равно больше ошибок делаешь потом на поле. Надо как-то себя проводить чувство, говорить, что ты сильный, ты сильней, ты все сможешь, ты не пропустишь. Турнир бывает раз в жизни. Очень рад, что на него поехал. Я просыпаюсь. Минут 15 делаю зарядку, потом иду в школу. Бывает, со школы отпрашиваешь на тренировку, бывает, успеваю на тренировку. Потом делаю уроки и ложусь спать. Так каждый день. Дружба, когда друг готов поставить за другого. В команде дружба – это самое главное из дисциплины. Когда вратарь словит и зажмет ее, нельзя, чтобы просто они подъезжали и просто по щиткам били. Для этого защитники сделаны, чтобы убирать всех с пятака. Я слышал в интервью. Шайбу, летящуюся ко мне. Слышу, что давай, Шамиль, давай, тащи. Ну, такое было, да. Главное, чтобы команда победила. Вышла дальше. Я знаю, мы выиграем, как вратарь. От тебя зависит почти вся игра. К поражению нужно тоже относиться достойно. Проигрывать тоже надо уметь и в следующий раз отыграться. Дружба – это когда люди дружат между собой, общаются в каком-либо виде спорта, не на картах враги, а за полем друзья. Это сильпарайся, рекорд, саузон. Малые, jums ir jābūt šeit. По краям, да? Вы разберитесь, кто по которому. Šeit nav partneri. Es izmetu ārā, lai tā ripa vidiņā nekālais un nezaudēs savā zonā. Ты за всю игру один раз шайбу довёл сейчас до чужой зоны. Вы 4 смены сыграли, ты за 4 смены 2 раза шайбу потрогал. Это нормально, нет? Данил, нормально, спрашиваю?
сюжет. Битва хорошая, там звук коньков, шайбы, броски от борта до борта. Слышно, когда улитку делают звук, как прорезается, орёт. Я вижу поле, где открываются игроки, где стоит чужой игрок на пятаке, чтобы убирать их с пятака. Когда я выхожу один на один, я волнуюсь, боюсь ошибиться. Боюсь, что шайба съедет с крюка. Боюсь попасть в голкипера. Я смотрю вперед. Смотрю там по бокам. Если впереди игрок, отдаю передачу. За ворот входит защитник. Раскатывается центральный. Игрок на полборта. Ну, у защитника два предложения. Лучше центральному отдать. Потом отдает мне. У нас игрок ускоряется в центр. Ему идет передача. И, ну, как бы задача его убежать в 1-0. Ну, наблюдаю, если шайба не у меня, то я должен открыться, получить шайбу. Если шайба у меня, наоборот, должен либо сам пойти, либо поднять голову, там, пас отдать тому, кто открылся. Победа очень важна, потому что мы станем чемпионами. Так как раньше было не так много команд, а тут сразу 24 команды, это очень будет клево. Самое страшное у меня это, когда мы играем с сильным соперником, у меня сердце бьется очень быстро. В детском хоккее может случиться всякое. А у взрослого нет. Детский хоккей непредсказуем. Разница между взрослой и детской хоккеем нету, потому что как бы просто в взрослом хоккее играют взрослые, а в детском детский. Ну, мой любимый хоккеист. Я сам. Никого не люблю. Ну, не знаю даже, кого люблю-то. Нет таких. Если проиграл одну игру, значит выиграем две. Сегодня я, например, выиграл, может, сегодня опять проиграем. Но завтра постараюсь выиграть. Нет. Боюсь своих соперников. Моя команда выиграет. Игра как бы важней. Ну а если дружбы не будет, тогда игра не пойдет. Все будут играть сами за себя. Победа для меня – это самое радостное событие в жизни. Тем более, если эта победа связана с кубком, то есть финальная победа. У нас настрой просто боевой, чтобы победить команду ЦСКА. ЦСКА – это тоже сильная команда. В прошлый раз мы с ними сыграли 1-0. Кое-как мы с ними выцарапались. Это был очень трудный матч. Не знаю, как в этот раз мы сможем. Подняться на самую вершину, надо бороться с самого начала.